Правильно, Божилюк, правильно сбалансированно питаться. Не надо вот это вот голодать, там, что-то там, люди там, говорят, мы ходим голодные, то и не едим. Если человеку что-то запретит, а все говорят, так, ты что любишь, девочка? Шоколад, дальше ты шоколад даже. Да ешь их, ну когда можно. Если ты эту шоколадку после тренировки там съешь с кефиром в течение там получаса, ничего страшного, она в жир не пойдет. Или там первую половину дня, если ты какие-то углеводы съешь, там эти же конфеты, да? Ну, вот. Но после приема твердого белка, допустим, скушаешь эту же конфету, эта энергия конфеты пойдет не в жир, а на усвоение этого твердого белка, ну именно твердого белка. Потому что на усвоение, допустим, это же куриной грудки, это даже мясо там, да, нужно много энергии. Это сладость, первую половину дня, а пойдет на усвоение, в жир не пойдет. Поэтому можно себе даже особо не отказывать, ну не то, что там торты все время съедать. Ну хочется там конфетку, скушать там кусочек там, торта, говорит, или фрукты, да. Потом еще большая ошибка, это фруктов худи. Это фрукты быстрого углевода. От них поправляется точно так же, как от конфет. Совершенно одинаково. Единственное, фрукты, это грейпфрут, которая на жюре грейпфрута, в белой, которая все выкидывает, находится сильнейший жиросжигатель. И вот если есть, ну в самом грейпфруте тоже есть жиросжигатель, хотя ему все равно на ночь. Но это относительно продукт, если с ананасами, но ананасы я особо не говорю, потому что ананас очень подозрительный, лучше их особо не есть. А грейпфрукты хорошие продаются, если есть выбор, есть какой-то фрукт, то лучше съесть грейпфрут. Но опять-таки лучше после приема твердого питания. Варантия. И также можно и другую фрукту, но в первую половину дня после твердого питания. Вот если, грубо говоря, питание правильно, первую половину дня идут белки, животные. Когда говорю белки, это только животные белки имею в виду. Растительные белки, них аминокислот мало, они тело не строят, жир не сжигают. Поэтому вегетарианец не может тренироваться. Когда пишут многие чемпионы, что мы вегетарианцы, я знаю эти чемпионы и видно, какие они вегетарианцы. Они вегетарианцы в интернете. Это чистый пиар. Ни один вегетарианец, во-первых, что такое вегетарианец. Если человек не ест животный белок, у него снижается вся гормональная, то есть мужчина становится импотентами, женщинами холодными, тестостерон снижается, головного роста падает, мышц нету. Откуда у него мышцы будут? Мышцы коровы, чтобы там жрать там траву, там и становится здоровым. Я же говорю, я лично видел, как некоторые чемпионы мира, вегетарианцы-сыроеды. Металли так залпищики там, и мясо и все прочее. Они, это мы сейчас так, а так мы вегетарианцы. Конечно, не верьте этим сказкам, это чистый пиар, не более того. Это вот все, вегетарианцы. А, да, еще, что главное, питание, жиры. Часто практикуют диеты безжировые. Это самое страшное, что может быть. Жиры организму необходимы, тем более у нас климат довольно-таки холодный. Жиры, если не употреблять жиру, значит, у человека портится кожа, волосы, ногти, все прочее, естественно, снижается гормон, особенно тестостерон. Тестостерон, он нужен и женщине. Если у мужчины от женских гормонов, экстрагенов, он становится женщиной, вот как от пива, да? То если у женщины нет тестостерона, она становится даже более холодной, как женщина. Я говорю, толстая, целлюлитная и все прочее. Но. Поэтому то, что говорят там о волосидении, это ритмокультуристов, там уже такие дозы принимать, что не знаю, сыны расцвели борода. Опять-таки, я жарю эти же женщины, при правильной тренировке тестостерон меру повышается, ну, собственно. Естественно, она становится эстрогеном, и как женщина более горячая становится. Вот я смотрю тренировку, если девушка выкладывается сильно, она даже, извините за выражение, в постели такая. А если такая, ой, не могу, ой, трудно, ой, не хочу, я говорю, так, пришла ко мне.
Значит, не могу, не хочу, не буду за порогом или до свидания. А если докладывается мужчина или женщина, значит, у него присутствует именно этот настоящий тестостерон. Поэтому даже тренировку можно прибить к тому же, кто не нужен. Давайте, простите, я дальше продолжу, когда разговорился. Хотелось бы услышать ваше мнение, потому что зачастую инструктора говорят, что вот после тренировки, если в течение там часа что-то не покушал, то у тебя там как бы катаболизм идет, да, сильнейший, да, там другого углевод на окно открыто, его надо срочно чем-то заполнить. А если у тебя нет возможности в течение часа, например, там поесть нормальной еды, так что у тебя все пойдет на смарочку, так? Это говорят как раз таки правильные тренировки. Почему происходит? Я говорю, если возможность покушать есть у всех, вот что у меня кушать? Допустим, приходят на тренировку, да? Большинство людей у меня тренирующих не пьют там спортивное питание. Хотя я говорю, хотите пить, оно безвредно, пожалуйста. Просто больше денег. Берут, допустим, кефир, ну и там, грубо говоря, банан или грейпфрут, да? Кефир и банан скушать, выпить – это несколько минут. Для этого время может каждый найти. Чтобы покушать, не надо поляну накрывать. Вот вы потренировались и сразу успокоился, выпили или этот кефир там с бананом, да? Или хотите там сывороточный протеин там с воздухом. Это нужно там буквально минуту. Но это действительно необходимо. Я же говорю, если окно это не закрыть, мышцы начинают разрушаться. И потом, когда покушать, оно уже не в мышцы идет, не в глюкоген, а в жир идет. Поэтому и правильно говорит, даже вы возможно, вы тренируетесь, допустим, сколько по времени? Там час, два, там, полтора, да? А покушать это, ну, три минуты. И первый выпить, ну, пять. Неужели на это время? Вы же купаетесь, и тоже какое-то время. Считаете, это нужно? Так же покушать нужно. Покушать, я же говорю, не надо поляку покушать. Вот скушали это, а уже через часик можно уже покушать нормально уже. Ну, так, насчет жиру. Единственное, жиры нельзя есть непосредственно до тренировки и после. Но в другое время жир самый полезный, это, естественно, омега-3. Это там, знаете, в рыбе, да, но он и продается отдельно. Ну, рыбу, если кушать, это лучше всего. Ну, там, рыба, морепродукты. Потом, сейчас на протяжении, опять-таки, вот этих лет, как начали вот эти журналы продавать по бодибилдингу, и началось кощунство. Начали выкидывать желтки от яиц. Это, во-первых, кощунство раз. Во-вторых, человек, не соображающий, что такое желтки от яиц, он просто прочитал, а, да Броник Колеман выкидывает. Этот Ронни Коллинман, если он съедает 50 яиц там за раз, да? Естественно, и плюс там химия вагон. Естественно, если он 50 яиц желтками съест, у него печень полетит. Потому что там химия вагон. Но если человек там съедает, допустим, там 5 яиц с мяткой, да, с этим же желтком. Ну, вообще считается, что яйцо усваивается только полностью. То есть белок без желтка почти что не усваивается. Это так, вытянул все. Желток вытянул, и с ним вместе вытянул белок. Желток в желтке находится, помимо протеина хорошего, огромнейший набор аминокислот, а двух из которых сжигается жир, кстати, желтки именно. И полезнейший жир, полезнейший, который организму просто необходим. Поэтому, когда прочитаете очередной этот бред про то, что нужно желтки вытянуть, просто примите это человека за профану. Никогда, то есть, никогда раньше никто из культуристов желтки не выкидывал. И вот эти же вот золотая эра, которые я считаю идеал культуриста, вот эти Арнольд, Зейн, да? Вот разве можно сравнить вот этих современных пузатых монстров с золотой эрой, когда были красавцы, на которых равнялись, которых кино снимали? Разве можно вот этих вот пузов снять в кино? Такой ролик. Будет чудовище, блин. Это, считаю, культурист просто изуродовали и все. А люди считают,
вот они там кардио, они же, я говорю, ну ешь, тоже такими будь, с тусами. Гормоноросовый колец, постой немецкий, внутренние органы развиста, вроде жирами. Поэтому очень много бреда пишут там, о жидках там или что там, о чем-то там. Но сейчас я буду тебя спрашивать, дорогой, что услышится. Потом. А что значит вот этих вот всех вот ударных методов, там, частичных повторений или что-то. Есть ударные, которые можно применять даже сначала, это основные. Подходы, когда ты делаешь, допустим, подход на грудь, потом на широкую, подход на бицепс.